Патриотическое воспитание молодежи, как в Министерстве обороны, так и в правительстве города Москвы, и мэр города Москвы, департамент образования большое внимание уделяет. Именно этот форум позволяет нам еще раз выработать единый подход и методику проведения пятидневных сборов. Сегодня мне показался, наверное, интересным вопрос относительно наличия методических образовательных программ на тех платформах, которые представляют соответствующие центры. Развивать в этом направлении как бы сам дистант, его наращивать, и ту методику, которую мы разрабатываем, является в какой-то степени уникальной для каждого центра, но при этом могла быть адаптирована для школ, учебных заведений, соответственно, которые могли бы заниматься подготовкой предварительно тех учеников, которые по той или иной причине не могут оказаться на таких сборах. Ну, и мы рады будем их видеть на своей площадке. У нас всегда очень интересная, насыщенная программа. Как я отмечал, то, что мне когда будет смотреть реально мобильные телефоны, полное вовлечение, погружение в атмосферу нашего образовательного процесса. Мы ждем их, рады, открыты. Уважаемые коллеги, преподаватели, уважаемые директора, уважаемые ученики, не должны бояться именно армейской службы. Мы должны совместно дети подготовиться, а преподавателям подготовить детей к армейской службе. Самому ученику готовься душой и телом, и ты всегда будешь на высоте.